нас в студии и гость, который нам сейчас поможет выбрать очередную номинацию премии «Кирпич года». МС Зали. Добрый день, добрый вечер уже, да? Да. Всех с праздником, поздравляю с таким знаменательным праздником. 18 лет это все-таки, да? Уже совершеннолетний практически. Алена даст? Такой вопрос сегодня, Махмуду. Так не хочется отвечать на такие пошлые вопросы. Ты скажи, Алену даст? Махмуду, Алену. Махмуду, по-любому, я могу договориться, причем с любой практически. Ну, вы помните, что МС Зали был такой мальчишка в арене, работал МС, но МС был очень хороший. Правда, да. С очень хорошим уровнем, и вдруг он запел. Спасибо. Что ты начал петь-то? Что ты вылез из болота? Посмотрел телевизор, смотрю, все поют, и думаю, дай-ка тоже спою. Бац, и получилось. Но они же все геи, вот ты скажи, вот твоя ориентация изменилась после того, как ты запел? Нет, ориентация полностью не изменилась. Полностью не изменилась ориентация. Частично. Я тебе верю. Но знакомых таких, в принципе, стало побольше. Но стринги вот это с бусинками в брюки заправь все-таки. Хорошо, хорошо, так скажешь. Итак, МС Зали, музыкант, один из лучших мастеров микрофонного искусства Республики Татарстан, автор-исполнитель известных клубных треков Алена Дас. Странно, что он к нам не пришел в свое время с какой-нибудь передачей. Лишь в кайф там. Почему ты не пришел к нам? Когда? С какой-нибудь идеей? Когда-нибудь? Почему ты не приходил? Вести передачу. Нет, в следующий раз обязательно приду. В следующей приду. Жизни, в смысле, что ли? Если уже пошло такое, что меня в неделю приглашают по два раза на БИМ-радио, я да, во вторник. Он был в хит-параде, знаешь, наши. Да. Мне здесь очень нравится, очень уютно. В такой хорошей, классной компании. Я готов здесь проводить больше времени, если честно. Ты бухой, что ли? Тем более, нет. Откуда? Я, кстати, уже не пью на протяжении 7 месяцев, поэтому всем... Курить стал, потому что. Всем советую. И курить тоже бросил. Да, и вообще все бросил. Ой, отлично. Ну-ка, покажи крылья. Надо поддержать. Но МС Зали сейчас вышел совсем на другой уровень. Сейчас МС Зали уже не работает практически в Казани, потому что здесь нафиг никому не нужен. Он мотается по России и выступает с успехом. Друзья мои, это наша новая звезда. Пока не Максим, но уже где-то там, вот уже где-то... На подходе. МС Зали знают везде. Во всех городах я общаюсь с радиостанциями. И как бы я знаю, что он там в ротациях. Мы его не ротируем, потому что он наш земляк. Да, какой, спасибо, какой спасибо смысл? За это, БИМ-радио огромное. Нафиг раскручивать земляков. Подождите, а «Жить лишь в кайф», сколько мы крутили, до сих пор заказываем. За «Жить лишь в кайф» отдельный респект на самом деле. «Жить лишь в кайф», да. Вот я хочу раньше тоже, когда слушал БИМ-радио. Сейчас тоже слушаю БИМ-радио, но раньше чаще слушал, потому что сейчас все чаще, да, в разъездах, поэтому, к сожалению, такой волны нет в некоторых городах. А, кстати, хотел бы... Интернет есть в городах. Да, на BIM.ru. Вот сейчас вообще нас можно посмотреть на портале BIM.ru, видят тебя все твои поклонницы. Это я знаю, да, это я уже знаю. Мне сказали об этом во вторник. Включайся, смотри. Давай. Поэтому накрасил брови, губы. Да, и сегодня пришел хорошенький. МС Зали, у нас сегодня есть премия, называется «Кирпич года». И есть три номинанта в этой премии. Есть номинация. Номинация называется «Пролет года». «Пролет года». Так. Давайте я вам поставлю, вот. Или хотели... Да. «Пролет года» или «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Номинируются «Фестиваль сотворения мира». Экс-тренер хоккейной команды «Акбарс» Владимир Крикунов. И «Столбы, падающие на автомобили жителей Казани». Вот что ты бы выбрал? Вот ты участвовал в сотворении мира, нет, когда-нибудь? Нет, не участвовал, но слышал очень много и видел, поэтому... Ну как ты думаешь, это круто было? Я считаю, что это очень круто, конечно. Такого уровня мероприятия, тем более в нашем городе, это... 100%... Мне сейчас что нужно сделать? Да, взять конверт? Скрыть конверт и... Все понял. Я думал, мне сейчас... Но мы можем спросить версию. Вот по твоей версии, кого бы ты выбрал из этих трех представителей? Ну, он уже открыл, ладно, пусть. Ну, поздняк метаться. Кому достается кирпич года? Это внимание. Да, я выхожу, да? Я так и знал. Да? Дорогие друзья, это столбы, падающие на автомобили жителей города Казани. Вот такой вот пролет года, и этот кирпич, я не знаю, кому уходит. Столбам. Ба-ба-ба. Столбам. Достается столбам. И, видимо, тем, о ком Айгуль побоялась сказать. А теперь хватит болтать. МС Зали не умеет разговаривать, он умеет читать. Да? Да, могу читать. Если что-то нужно зачитать, я могу зачитать. Зачитать нужно будет победителя. Сейчас мы попросим тебя, Динара, выбрать одного отсюда? Из претендентов. Да. Я сломал, кстати, вот барабан. Давай, почини скорее. Столько людей сегодня его уже ломал. День рождения начался. Ровно 18. Они очень крутые. И ждут они тебя. БИМ-радио. 18 лет. 18 подарков.
Хочется вам сказать о том, что осталось всего три приза. Махмуд, я хочу с тобой посоветоваться. Озвучить сейчас цифры в эфире или нет? Не надо. Вот сейчас не надо. Сейчас не надо, да? То есть три цифры. Мне кажется, тоже пусть интрига остается. Ну, давайте. Мы сейчас будем долго и упорно. Вот. Можно объявлять, да, уже? Выигрывает человек с очень классной фамилией. Сначала я по-другому про себя почему-то прочитал. Сейчас все поймете. Алакшин Илья. Алакшин прочитал. Ну, да, мне показалось так. 32 года. То, что ближе, вот так и читается. Мы сейчас наберем его номер телефона, он должен... Зали, куда ездил в последнее время? Расскажи. Ой, куда только не ездил. Ну, скажи. Последний раз в Пятигорске был. Ёпрось, это живой, здоровый, все живой, здоровый, все в порядке. Весело. Принимает очень хорошо, очень весело. Правда, было очень мало времени, мы прилетели. Ну да, оно там растет. В 10 вечера, в час вышел на сцену и, грубо говоря, там уже в 4 часа поехали в аэропорт. Ничего не видел. Очень мало времени. Да, у меня у мамы был юбилей на следующий день, нужно было резко улетать, да, и в итоге, чтобы попасть. Что маме подарил? Маме подарил песню. Я так и понял. Носа! А, Носа, мы споем сейчас Носа обязательно. Мама не понимает. Мы сейчас Илья зовем. Илья. Служили два товарища. Им радио, с днем рождения. Два товарища. Добрый день, добрый вечер. Здравствуйте. От 1 до 18, пожалуйста, цифру. Если ее не называли, то вам достанется подарок. Цифра 2. Какой он умный, а, смотри. Ее не называли. Не называли разве? Да что вы? Какой он молодец, а он слушает радио целый день. Он знает все буквы. Илья, вам достается эллиптический тренажер, который поможет скорректировать фигуру и всегда оставаться в тонусе. На этот тренажер столько сотрудниц ходила, смотрела на этой неделе. Спасибо большое, спасибо вам. От вас поздравления. Спасибо. То есть это бабский подарок какой-то? Желаю, чтобы вы оставались такими же замечательными, такими веселыми, чтобы диджеи ваши всегда нас радовали своими шутками. И надеюсь встретиться на ваше 50-летие. О, мы тоже на это надеемся. Спасибо. Спасибо, да. Ну а цифра 2, которую назвал Илья, это 2-летие Бимрадио. И приезжал Лариса Черникова на 2 года, а также темнокожий дуэт Джимми Джи и Мистер Босс. Помните их песню «Давай подвигай попой»? Да-да, вот такая песня была, да, это было 2-летие. Классный чувак, кстати, очень клево работает на сцене. Он клевый человек. Он нам записал одну из первых отбивок Бимрадио. Радио Вот это Джимми Джи и Мистер Босс. А он офигенный, он супер. Он был на интервью, это мега чувак был просто. И второй, они тут тогда жгли, мы сидели в университете, это было... Это была, по-моему, целая пресс-конференция тогда, пришли журналисты из всех изданий и в прямом эфире брали интервью. Чума вообще, конечно. Я не знаю, что сейчас с ним, где он? Нет, он гастролирует, да, мы вот видели его буквально на дискассе 90-х был на DFM, я вот его последний раз там видел. Вернее, первый и последний раз живьем вообще. Саня Купраза это видел там? Да, и здесь тоже видел, кстати. Да, и он скоро появится в эфире Бимрадио, но сейчас от тебя, Динар, поздравления, эфир МС-зал и песня. И песня. Поздравления и песни сразу. Да, поздравляю Бимрадио с 18-летием, желаю дальнейших успехов. Удачи, побольше вот таких замечательных людей, которые здесь работают. Ты на... Сейчас, да? Да, конечно же, я же... Приходи к нам. Я хочу в ваши ряды вступить, поэтому, кстати, будет тема Надо заплатить разговор. Взнос. А, ну хорошо, что-нибудь придумаем. Я думаю, со следующих гастролей сразу же сюда, да. Сразу говорю, зарплаты не будет, будешь работать бесплатно. Хорошо, на имидж. Да, давай. Все, поем? Да, любви вам, здоровья, процветания, всего-всего самого хорошего, чтобы все мечты сбылись, как обычно. Аккомпанирует Алмаз Ахмедзянов. Множество тут у меня написано наград, и где он только не был. Хорошо, что он есть в Казани и на Бимрадио. Да, сегодня наш земляк. Давай. Это что за песня? Носа. Ты сказал, споешь. Солнце. Солнце и шум прибоя. Под гармонию вообще. Белые плывут облака. И снова нас к себе манят волшебные острова. Мы забьем на все свои планы, опа, на все рукою махнем. И налегке без чемоданов далеко-далеко уплывем. Носом вошу я по кокосам, и нет по белом свете места лучше, чем Бимрадио. Носом по кокосам нам большего не надо, лишь бы эта волна всегда была со мною рядом. Эй! Вот новый ремейк, да, спасибо. Далее у нас.